Романе Григоровичу, головнокомандувач Збройними силами Сирський говорить про те, що Росія розширила зону активних бойових дій на 70 кілометрів. Ворог посилив своє оперативно-тактичне угруповання «Сєвер», і Сирський прогнозує важкі бої попереду. Мовляв, до цього ворог активно готується. Наскільки цього тижня змінилася ситуація на Харківщині, за вашою оцінкою, і чого очікувати найближчим часом? Так, где-то до 70 километров расширился фронт на Харьковщине, но глубина около 7-10 километров. Россияне продвинулись до основной линии обороны. И там они были остановлены, вот сейчас у россиян уменьшение активности, они принимают решение на дальнейшие действия. Наступательных широкомасштабных операций на Харьков не предвидится, нечем. А вот движение в сторону Волчанска, Бурлука, в сторону Купянска, то есть правого берега Оскола, они, скорее всего, будут все-таки предпринимать. Почему? Потому что на Харьков двигаться там практически нереально. Россиянам не хватает ни резервов, ни количества на данном этапе. И стратегической задумки там практически нет никакой. Почему по Харькову? Потому что для того, чтобы только планировать какие-то наступательные действия, не то, что даже их выполнять, именно планирование их. У них должно быть как минимум 500 000 стоять под штыком, и взять такое количество войск негде сейчас, на данный момент россияне не выставят. Даже сняв полностью всю российскую армию с украинской территории, они не расположат ее в районе Белгорода, она потеряет при выходе из боя, потеряет как минимум половину боеготовности. То есть механизма нет в сторону Харькова. Вот на, допустим, в сторону Волчанска и на Купянск там есть стратегические механизмы такого рода движений, если россияне перебросят часть резервов с Восточного фронта на Харьковское направление, на Волчанское направление. Тогда, да, тогда они могут планировать, по крайней мере, начать движение вдоль железной дороги на Великий Бурлук. Потому и Сирский прогнозирует, что вот есть возможность усиления давления, но только по левому берегу Северского Донца. То есть это как раз Волчанское направление. Яка програма максимум у ворога, що стосується Харківського напрямку зараз? От що вже є очевидно? Основная, то, что мы и проговаривали постоянно, то есть связать наши войска, которые находятся на этом направлении, и заставить наше военно-политическое руководство перебросить на это направление резервы с Восточного фронта или формирующиеся резервы для поддержки Восточного фронта. К счастью, эта задача уже выполнена, то есть российская. Нам пришлось перебросить часть резервов и развернуть их в районе Харьковского направления. Ну а, допустим, более стратегические задачи по движению, они без достаточного количество резервов у россиян на данный момент вряд ли возможно. Но опять же, эти резервы у россиян есть, но только не на восточном направлении. То есть если они их будут перебрасывать на Харьковское, тогда да, тогда левый берег Северского Донца, они попытаются выдавить наши войска с этого направления, то есть зайти в Купянск, Бурлук, попытаться выдавить нас с Лимана. Левый берег как раз это восточная сторона от России на ближайшее. Никаких других направлений там, в принципе, стратегических в этом году, ну уж точно не просматривается. Единственное, что россияне могут еще такого же рода операции проводить на других участках Украино-российской границы, вплоть до Черниговщины. Сумщина, Черниговщина. Примерно такие же самые операции, то есть с заходом в серую зону, так называемую. Серая зона – это между границей и линией окопов наших передовых, первой линии, второй линии, в зависимости от расположения. Это они могут спланировать, в принципе, в любой точке. В районе Сум, в районе, там, если со стороны России, там, допустим, от Суржи, либо там в районе Климова, Клинцов, то есть оттуда, это Брянская область, на Черниговщину. Там есть определенное количество войск, недостаточное для серьезных широкомасштабных действий, но тысячи, несколько тысяч российских войск есть, они могут их бросить на это направление для того, чтобы еще дальше растянуть наши войска и попытаться вытянуть туда, опять же, резервы, которые нам сейчас очень важны по Восточному фронту.
Було повідомлення цього тижня, що техніку росіяни перекидають до Білорусі. Це може бути пов'язане із загостренням найближчим часом от на північній ділянці, про яку ви говорите? Ну, поки це тільки інформаційний поток, це його можна використовувати в якості ЄПСОВ, в числі росіяни можуть це робити, да, то есть запускати такі слухи. Опять же, для чего? Для того, чтобы наши войска, которые расположены вдоль границы с Белоруссией, это около сотни тысяч человек. То есть и для того, чтобы не остались на этой территории, чтобы мы их не использовали в качестве резервов, либо в качестве поддержки на Харьковском, Сумском, Черниговском, ну, естественно, на Восточном фронте направлении. Романе Грагоровичу, щодо ситуації на південному напрямку, так само цього тижня були повідомлення, що посилилися штурми в районі Роботиного. Яке там угруповання ворога і чого там найближчим часом можна очікувати? У них одна із задач – зрізати це вклинення. Вони прекрасно розуміють, що як тільки у нас буде достатньо кількість сил і средств, ми продовжимо движення далі на Токмак і на Мелітополь. Тобто ніхто задачу не знімав. Из-за недостатка и полного отсутствия авиационной компоненты мы самолетов не получили, из-за недостатка ракетной поддержки, ракеты мы получили в прошлом году, аж только осенью, опять же в количестве там полтора-два десятка ракет Атакамсов было недостаточно, потому контрнаступательные действия были проведены на глубину боевого радиуса армейской артиллерии, больше просто нечем было доставать. А дальше, если получим, они понимают, что самолет у нас появится, ракета у нас появится, естественно, это направление может опять открыться, и мы двинемся дальше на Мелитополь. Потому они будут пытаться его срезать. Это так называемое вклинение. Они будут пытаться срезать разными механизмами, но у нас задача его удержать. Это хороший плацдарм для дальнейшего движения. То есть там все лето, то есть до осени точно будут проводиться тактические мероприятия с одной и с другой стороны со знакопеременным успехом. Вот район Работина, он зависнет в такой серой зоне, и будут, россияне будут пытаться туда забежать, а наша артиллерия будет, естественно, там уничтожать, пытаясь оттуда выбить. А то есть это направление в такой фазе, оно будет в ближайшие несколько месяцев. Южный фронт, он больше опасен направлением в районе Старомайорского, это временский выступ бывший, так называемый, мы его срезали в прошлом году. Россияне будут пытаться его опять восстановить, это вклинение, двигаться в сторону Покровска с юга, то есть это западнее Угледара, будут пытаться двигаться на Покровск с двух сторон, с юга, со Старомайорского на Великую Новоселку, на Покровск, с юга на север, и с востока на запад, с Донецка, там на Очеретина, на Карловку, на Курахово, но с общим направлением тоже на Покровск. Они будут пытаться окружить Угледарский и отсечь Угледарский плацдарм наш. Дело в том, что мы от Угледара достаем до основного моста предполагаемого железнодорожного сообщения между Ростовом и Крымом, сухопутного так называемого. Так вот, из-под Угледара даже просто армейской артиллерии мы достаем до мостов, которые есть сейчас, уже они отстраиваются через Кальмиус. Через Кальмиус это на украинской территории и через Миус на российской под Таганрогом. Там такой же самый мост.